Ежегодно 15 мая наша страна наряду с другими государствами отмечает Международный день семьи. Праздник учрежден Организацией Объединенных Наций в 1993 году. Его целью является привлечение внимания общественности к проблемам семей и укрепление семейных ценностей. По этому случаю в Доме культуры города Тараклия 15 мая состоялся праздничный концерт. Нужна каждому человеку. Под таким девизом в районе отмечается Международный день семьи, который создан с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам семьи, рассмотрения наиболее актуальных семейных проблем, а также освещения и пропаганда ценностей и роли в семье и в обществе. Семья является основным элементом общества и хранительницей человеческих ценностей. Во все времена семья служила фактором стабильности и развития. Она помогает укреплять государство и повышать благосостояние народа. От имени районного совета и от себя лично я хочу поздравить всех с Международным днем семьи. С праздником всех! Перед зрителями выступали артисты тараклийской эстрады, ансамбль народной музыки и детский танцевальный коллектив «Радуга талантов». Один за другим на сцену выходили юные таланты. Своими выступлениями творческие коллективы подарили всем семьям праздник хорошего настроения, побед и ощущения надежности близкого человека. Это очень приятно, что сегодняшний день празднует в нашем городе День семьи. И для этого, чтобы праздновать, собрали всю молодежь, для того, чтобы показать им, что семья – это наследство, это будущее. Я бы хотел поздравить всех семейных пар, всех будущих семейных пар с праздником и пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья, вечной любви и никакой беды. Для каждого человека. И в такой праздничный день я хочу пожелать всем всем семьям, каждому человеку, всем деткам любви и уважения. Первое место, наверное, в жизни это занимает семья. Мне кажется, не только у нас, а вообще у всех людей. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы создать и сохранить крепкую семью, что нужно? В первую очередь, наверное, любовь. Нужны вот такие вот подарки бесценные. Каждой семье нужны обязательно. И понимание – это и есть залог, наверное, настоящей семьи. Дети, родители – это и есть настоящая семья. Между номерами ведущие проводили игры со зрителями, что еще больше создало в зале необычайно теплую и праздничную атмосферу, пронизанную хорошим настроением и позитивными эмоциями. Напомним, что президентским указом 2019 год в Молдове объявлен годом семьи.